Всем привет! Сейчас мы подъехали к поселку Горный в Тогучинском районе. Довольно-таки большой поселок промышленный. Здесь есть горнодобывающий карьер, горноперерабатывающий завод. Вот здесь мы на въезде в центр. Такая вот стелла красивая стоит здесь. Вот вторая тоже. Спасибо за труд. Сейчас мы едем, такая достопримечательность, здесь еще есть храм, вот его уже издалека видно здесь. Сейчас мы к нему подъедем, это в центре поселка. Мы остановились в центре поселка, труба какая-то. Здесь сразу вот отдел полиции местный. Сейчас пойдем до храма, дойдем. Тоже довольно-таки прикольная скульптура медведя. Получается дом культуры местный, а вот он храм, к которому я хотел подъехать. Пешеходная улица, типа довольно-таки красивый поселок. Здесь рядом такие достопримечательности есть, как Букатахские сопки. То у меня тоже есть на канале это видео с ними. И есть озеро Забой, такое тоже местное достопримечательность. Тоже видео у меня есть.